В Ленском речном порту в 3 раза увеличили количество хранимого груза. Площадка ответственного хранения здесь появилась в 2020 году. «Алмазнуртранс» предложил клиентам новую услугу. Теперь груз, пришедший по навигации, можно забрать с судна не сразу, а в любое удобное время. Клиенты услугу оценили. У нас был объем принятого груза на площадку 30 тысяч тонн. Было всего 2 клиента. На сегодняшний день мы имеем переработку на 23-й год более 100 тысяч тонн и клиентурную базу около 26 клиентов. Прошлым летом площадку увеличили. Теперь территория базы временного хранения почти 5 гектаров. Здесь установили въездные ворота и освещение. Коллектив грузового района порта обслуживает площадку для удобства и безопасности работ. Ну, на данный момент в штате грузового района это 8 стропольщиков и 3 кладовщика. Один из них это заведующий складом и 2 кладовщика. И, соответственно, 1 мастер по грузоразгрузочных работ для безопасного производства работ. Работаем каждый день без выходных. 6-дневная отгрузка, значит, до 20 машин отгружаем в день. Груз хранят как на открытой площадке, так и в закрытых теплых складах. К новой навигации здесь введут систему адресного хранения груза. Она упростит и ускорит переработку и отгрузку клиентам.